Вчера я выложила влог, и там я рассказывала про то, как нас, ну, грубо говоря, обманули в кафе. Конечно, это такое, знаете, не прям большой обман, но это имеет место быть в Турции, и как бы вы должны, я думаю, знать, если вы захотите пойти куда-нибудь помимо отеля в кафе, что вас могут как бы так обмануть, вписать вам в чек что-то дополнительное, за что вы не заказывали, и как бы по итогу вас заставят за это платить. Но есть в Турции на самом деле и посерьезнее обманы, так скажем. Я бы даже сказала, это не обман, это воровство. 2 года назад мы приезжали сюда тоже в Турбутрейс, в Бодрум, и у моего парня украли 60 тысяч рублей. Я считаю, это уже вот прям, ну, супер-супер преступление. И важно... 70. Даже 70, вот. Даже 70 тысяч. Что... Как это вообще произошло? Вот если вы вдруг соберетесь идти в банкомат, снимать деньги, будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Мы подошли к банкомату. Я ушла в магазин, парень остался около банкомата снимать деньги. Там было что-то по-турецки, не переключалось на английский. К нему подошел парень, предложил свою помощь. Ну, мы как наивные люди согласились. Как бы он там что-то натыркал и говорит... Ваша карта застряла, идите в банк, в отделение банка, и я как бы вам там сейчас все сделаю. А это была суббота, отделение банка не работало, и у нас не было связи. Сережа побежал домой, чтобы подключить Wi-Fi, чтобы заблокировать свою карту, и пока он дошел до дома, а тут идти примерно 5 минут от дома до банкомата. Пока он дошел до дома, уже с его карты списали 70 тысяч рублей, и... Эти деньги никак нам не смогли вернуть. Мы даже ходили в полицию, писали заявление, якобы они заводили уголовное дело, но ничего. Поэтому будьте аккуратны, очень аккуратно снимайте деньги в Турции. Не снимайте их в субботу, воскресенье, потому что отделения банков не работают. И если что-то случится с вашей картой, вам никто не сможет ничем помочь. Снимайте деньги только в будние дни, и если вам кто-то подойдет, предложит помощь, ни в коем случае не соглашайтесь. Но тоже важно помнить, что тут не все хотят вас обмануть. Мы сейчас, например, пришли позавтракать в кафешку около пляжа, и мы позавтракали, уже поели, собирались уходить, и нам говорят, стойте, садитесь. И нам принесли мороженое, такую большую плашку. Ну, как бы приятно. Так что, как бы, не все тут обманывают. Получается, что в нашей компании появился бесстрашный человек, рискованный. Да не рискованный, если все нормально. А вдруг сейчас тебя постригут и будет вообще, ну, не очень, вообще прям не очень. Ничего в моей жизни не изменится. Как его на волосы еще хуже могут постричь? Ну, в общем, пойдем сейчас снимать, как будет Женю стричь. Мне очень интересно, ты не хочешь постричься? Все турчанки с ума сойдут. Турчанки, да, скажут, что за мужчина такой. Мы попросим барбера, чтобы мы его постригли сами. Да, надо сказать, постриги меня так, чтобы славянки были без ума. Он наверняка шарится за славянок тоже. Он же турок. Сейчас дойдем до пляжа. Там Женя встретится с родителями. И уже вместе все пойдем в парикмахерскую, чтобы Женины родители объяснили, как постричь этого человека. А то его правда постригут на лысо сейчас и будет ходить потом лысо. Ну, ты готов? Да, готов. Ну, я думаю, все хорошо боюсь. Будет. Я думаю, тебя хорошо, красиво постригут. Да, господи, обычная классическая стрижка, которая везде одинаковая. Ты снимешь до после. У меня здесь все уже видно. Ну вот давай, вот мы снимаем твое до. Убери руки. Вот это твое до. И посмотрим, что будет после. Thank you. Good. Thank you. Я. Что это там? Ты хочешь вот такую себе прическу, да? Для влога, да? Да. No.
по итогу Сережа решил, что он тоже хочет подстричься, и мы спустя час пришли снова в эту парикмахерскую. Его уже стригут. Он показал, как он хочет на фотографии. Не знаю, получится, не получится, но если получится, то это будет вообще бомба. Да? Будет палатик, и пишу сильно. Я как будто морщины все разбавлю. Он еще не знает о том, что бритва там на самом деле очень режется. Я не стал говорить. Вот. Раз. Два. Знаю, когда он машинкой мне, короче, стриг, у меня было ощущение, что он мне бьет этой машинкой вот так вот в голову, короче, постоянно. А почему ты об этом не рассказал? Ну, Сереге же надо постричься, правильно? Потерпит, ничего страшного. Но это же, ну, такая, эконом парикмахерская, по сути, по сервису. Хотя нет, ну, не знаю. С одной стороны, они стараются очень, а с другой стороны, я вижу, что, ну, лезвия, например, они не очень режут. Машинка тоже не очень. Ножницы даже, то есть я чувствую, как мне цепляют волосы периодически. Ну ничего, типа это такой аттракцион. Мне просто интересно, что он скажет. То есть, если ты его спросишь, типа, как у него впечатление, скажет ли он вот... Вот сюда садись. Сюда проходи. Классно. Быть красивым сидеть. Хорошо. Здесь очень дешевые цены. Например, если сравнивать, как бы, может быть, не казалось бы на первый взгляд, вот паста с морепродуктами стоит 150 лир, но там столько морепродуктов. Я ее брала. Это очень вкусно. Ну, а так, в принципе, спагетти 60-70, это очень хорошая цена. Еще вчера мы тут брали сибас, тоже очень вкусный. Принесли большую рыбёху целую, и за это отдали всего, ну, если переводить на рубли, то 330 рублей. Вот, короче, классную кафешку нашли, и она прям около дома. Тут так красиво, уютненько, все в зелени. Огромнейшая тарелка, кайф. Женя привезли. Ты же только что нет. Одна лепешка. Не показывай больше. Просто если сравнивать с другими кафешками, тот же салат с тунцом здесь примерно везде стоит 90 лир. А здесь он стоит в этом кафе 55 лир. 55 же? Да. 55. Но думаю, разница ощутимая. Но, в принципе, все очень вкусно. За свои деньги просто это максимально оправданно. Ну вот, Сереж, постригли. Давай, покрути головой. Но я считаю, что хорошо. Тем более, что это стоило всего 100 лир. 100 лир — это 360 рублей. Так там ему еще и бороду подровняли. Ну, типа, не знаю. По мне, это вообще шикарно.